На этой площади, которая всегда является лобным местом нашего района и Санкт-Петербурга, где собираются все славяне, проводят здесь красивые концерты, встречи, просто гуляния. И мы закладываем сегодня замечательное дело – аллея каштанов. И мы сегодня закладываем аллею, которая будет называться «Аллея славянской дружбы». Мы, славяне, не только дружим, мы живем друг другом. Мы живем с нашими общими семьями, нашими связями, нашей культурой, которая в чем-то объединяет нас. Где-то она немножко разнится, потому что... Уважаемая Наталья Владимировна, конечно же, пригласила на этот праздник своего коллегу, друга Олега Михайловича Табанюхова, руководителя отделения посольства Белоруссии в России, поскольку и он поручил мне сердечно поблагодарить Наталью Владимировну и всех присутствующих за этот праздник дружбы. Я выступаю как председатель Российско-Белорусского братства, которое было создано 15 лет, а 3 года тому назад было создано Российско-Украинское братство. То есть вот эта народная дипломатия, она выражает чаяние наших трех братских народов жить в мире, дружбе, согласии и любви. И нет таких препон, чтобы этому не осуществилось, ибо дружба – это превыше всего. Нет святее уст товарищества и дружбы, говорил Гоголь. И это правда. С праздником вас, дорогие друзья! Мы будем крепить дружбу России, Белоруссии и Украины. А в будущем и союз, я глубоко уверен. Слова. И дай Бог, чтобы эта аллея цвела, чтобы больше людей сюда приходило, и это тоже нас объединяло. Всего доброго!